Анонс и точно до выхода 681 серии турецкого сериала «Доверенные». 681 серия сериала выйдет в эфир 5 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Нана изо всех сил старается принять то, что не может ходить. Девушка плачет и бьет себя по ногам, называя все это ужасной шуткой. Когда Нана пытается встать с постели, ноги не держат ее, и она падает на пол. Это отчаяние заставляет ее только сильнее плакать. Когда рядом появляется Пайрас, Нана говорит ему, что она должна сама подняться. Но Пайрас уговаривает ее принять его поддержку. Нана берет его за руку, доверяясь. Когда они приезжают домой, Пайрас на глазах у всей семьи поднимает Нану с кресла, чтобы отнести в комнату. Затем Пайрас отправляется с Наной на свежий воздух, чтобы она могла пробовать ходить. Он находится рядом, чтобы не дать Нане снова упасть. 681 серия сериала выйдет в эфир 5 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.